Массовая гибель нерестящейся рыбы на Горьковском водохранилище. По словам местных жителей, это происходит уже вторую неделю. Рыба заходит на нерест по высокой воде, потом уровень воды резко понижается, а рыба уже выбраться не может. Она с икрой рыба, но она еще не отнерестилась. Да? Она с икрой заходит туда, как говорится, уже на нерест там заходит, а воду сбрасывает, и ей никак не уйти. Она в траве остается там. Рыбы гибнет много. Один раз я видела, целый этим самосвал грузили, это окуни замыть. Прямо лопаты эти вот окуни. Лопаты нагребали прямо на машине. Вот сколько было. Здесь люди, бывает, приезжают специально. Потому что, ну, как бы это же не один год все это происходит. Нерест идет, рыба нерестится, и все. И потом она плавает там между кустами. Икру мечет. И потом воду сбрасывают. А потом воду без, сбрасывают. Без сбрасывают, и без. Вся икра. А эти все остаются. Вся икра целыми икра. Лентами. Все целыми этими, да. Воду. Вот идешь, прям сердце кровью прибавится. Вот все кусты в икре. Так что мы иногда ходим там, сбираем прямо с корзинкой пойдешь, разбираешь ее этой рыбки. Если бы нормально сбрасывали, постепенно, они сразу выключают, и она падает резко вода, что вся икра гибнет. Остается вся икра на кустах. Попадает рыбы, конечно, много. Всю жизнь тут живем, всю жизнь этим и возят целыми. Этим это вон претензии надо ГЭС. Они бы хотя бы поддержали вот его еще недели две, чтобы вот эта икра она хотя бы вывелась. Тогда бы не было такого вот этого. Так да. Они ведь как нарочно, вот как раз вот только не рыба от нее вестится. Ей подождать вот пару недель, чтобы малек в этот вывелся, и все. Вот как эту ситуацию комментирует на Нижегородской гидроэлектростанции. С начала нерестового периода остановок станции не осуществлялось. За прошедшую неделю пропуск воды осуществлялся с повышенными расходами, характерными для паводкового периода. Данная проблема гибли рыб в период нереста рядом с гидроэлектростанцией, она ежегодная. Вот люди задаются вопросом, можно ли как-то по-другому, то есть, ну, проводить сброс воды, предотвратить гибель. Ну, еще раз повторюсь, что ГЭС не задает режим работы. Режим работы гидроэлектростанции суточной задает системный оператор и в исполнение режимов Федерального агентства водных ресурсов. Мы только исполняем заданный нам режим работы. Кстати, в Росприроднадзоре и Росрыболовстве сообщили, что их ведомство массовую гибель рыб не фиксировали и, соответственно, принимать какие-либо меры необходимости нет.